Многие подкормки для огурцов помогают избавиться от вредителей болезней, дают растению питательные элементы и вещества. Но все это не имеет смысла, если растение не получает достаточное количество влаги. Буквально несколько дней засухи и отсутствия воды, и огурец начнет погибать. Плодоношение ухудшится и совсем иссякнет. Если у вас нет возможности регулярно поливать огурцы, вы уезжаете в отпуск или же огурцы выращиваете на даче, куда ездите всего раз в неделю, значит можно воспользоваться уксусными поливами и помочь огурцу повысить устойчивость к засухе и снизить влагозависимость растения. Уникальные свойства уксусной кислоты для растений заметили недавно. Оказывается, после уксусного полива растение может продержаться без воды в течение нескольких недель и не потерять своих основных функций – ни фотосинтеза, ни плодоношения. Приготовить уксусную подкормку для огурцов очень просто. Берем полстакана 9% столового уксуса, разводим на ведро воды и по 2 литра поливаем каждый куст огурцов. После этого смело можно уезжать на целую неделю, а после возвращения куст будет стоять зеленым, сильным, а плоды будут нарастать с той же интенсивностью в любых погодных условиях, как в жару, так и в холод. Слишком часто использовать уксусную кислоту я не рекомендую, так как она закисляет почву и затрудняет усвоение растениями полезных микроэлементов. Но если другого выхода нет, то можно чередовать поливы уксусным раствором с растворами пищевой соды, которая компенсирует кислотность грунта.